Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала Zarbus Games. С вами, как обычно, NeoZar. Мы продолжаем проходить игрушку Elden Ring. И что ж, друзья, смотрите, я нахожусь здесь. Здесь у нас был дракон. Вот здесь только сейчас я от него юлей получил. Поэтому решил как бы записать бой. Дракон непростой. Он как бы гнилью тебя заражает. Так что давайте я вам покажу. Вот бой, наверное, с ним. Начнем с этого, как бы сегодняшнюю очередную серию. Так, мне нужно подобрать мои внутренности, которые из меня просто вылетели от этого дракона. Вот он, дракон, кстати. Он начал свою поганую деятельность. Где мои душеньки вообще? Что-то я не понял там. Ну ладно. У меня там, по-моему, душ-то особо не было, потому что я только что прокачал уровень, так что я душ все свои скины. Вот, начинает тварь. Да, да. Как мне вот такое нравится вообще, когда ты... к нему просто подходишь, к дракону, да? Так, что ты хочешь сделать? Понятно. Что ты хочешь сделать? Когда ты просто к дракону подходишь, ты хочешь его побить, а ты его бить не можешь, на самом деле. Вот и все. Сейчас мне вот эта вот плесень, она может меня сожрать. Нет, не сожрала. Вот, меня сбили с коня, с моего дорогого. Хорошее начало серии, ну это дракон, это еще та шалава, вот, и плюс эти, говорю, что конные бои, которые меня просто добивают в этой игре, реально они меня добивают, потому что, ну, подъезжаешь к дракону, блядь, и становишься около лапы, блядь, начинаешь мотать своей гребаной клюшкой, вот, а клюшка у тебя, она просто не мотает, почему она не мотает, я не знаю, почему она не мотает, вот, прошел, давай, бей, вот, один хоть раз ударил, уже лучше. Всего меня ударил. Так, что ты хочешь? Ну вот что, ну вот почему ты сейчас его не бьешь, блядь? А, не знаю, как сейчас я не уехал мир иной. Не отъехал мир иной. Опять. Ой, блядь, все съебалось отсюда. Не знаю. Я не вижу его даже, блядь. Где он есть, блядь, что он есть, блядь. Потому что, ну, очень классная камера себя ведет. Я все время говорил, что... Красный гниль, все, заебись, там заразилась красной гнилью, теперь я буду, блядь, просто гнить. Вот сейчас еще давайте заражусь, да? Как ни странно, не заразился. Может, что-то от красной гнили, наверное, не заразился. Это хреновый трай, вот, потому что... Я сказал, это хреновый трай, потому что, блядь, камера себе идет по ебанистических. Или так, спасибо тебе огромное за камеру, про которую ты вообще не думаешь, когда делаешь больших боссов, тебе просто до пизды, блядь. Так, давайте я что-нибудь поставлю от этой гнили. Так, создание. Так, мне нужно что-нибудь замедлить накопление. Красной гнили лечит недуг. Лечит недуг. Так, вот это мне нужно создать. И, наверное, создать побольше. А, я всего 13 могу создать. Нихрена себе. Так, и мне нужно выставить их вот сюда. Так, что у нас так? Это отравление. Пилюли, кровоточение, пилюли. Омолаживающие пилюли. Нахмин, омолаживающие пилюли. Скверные, сна, кровотечение, гнили. Вот, оберегающие пилюли, да? Давайте их поставим. На всякий случай. Ну ладно, поехали. С драконом все равно я буду разбираться. Буду разбираться до конца, пока я его сука, не убью, блядь, тварь, вонючая. Камера, блядь, что ж ты делаешь со мной, а? Ну почему ты это делаешь, блядь? Ну стукни ты его уже, блин, по жопе, блядь, в конце-то концов. Удар его, блядь, постоянно я на нем зафейливаюсь. Может, просто сажал. И вот гниль пошла. Гниль пошла. Офигенно. Ну хорошо, пока не настолько заразился, чтобы что-то принимать. Поехали. Короче, я не знаю, как с ним сражаться. Мне кажется, его нужно... Красное говно, блядь. Да где он, блядь? Где это?
Ну вот почему, блядь, ты его не бьешь? Ну в конце-то концов, блядь, ну как это работает, блядь, в этой супер-игре, блядь, задолбал уже, вот реально, блин, вот просто реально задалбливает мне вот эта вот фигня, которая, блин, которая, это катана гребаная, не работает, этот меч не работает, ты подъезжаешь, блядь, к ноге, а она не работает, блядь. Как обычно, блядь, что я нажимаю одну кнопку, блядь, он делает все по-другому, не то, что вообще нужно мне. И гниль идет, и гниль идет. И пока ты, блядь, пока ты просто встаешь, у тебя просто тебя хреначит гнилью. Охренительно сделано. Спасибо, Хидетаки, блядь. Вот Сираки, блядь. Просто, блядь, реально, блядь, добивает эта хренатистика его, блядь. Блядь, Эстус он, блядь, пьет, блядь, я не знаю сколько, блядь, 5 часов, блядь, чтобы баночку Эстуса выпить, блядь. Вот гнили он, блин, просто когда встает, заражается ей. Ну это вообще это класс сделано. Вообще это очевидно сделано, да. Еще и на среднюю. Короче, нужно от него просто, я чувствую, просто смотаться, подождать какое-то время, чтобы он успокоился, прийти к нему. Потому что я, например, не вижу, он сейчас будет творить вообще, ну, грин, дичь он будет сейчас творить. Реально дичь. Давай, ешь мой суперконь, блядь. Опять вот, блядь, показано, сколько он ест, блядь, что он ест, блядь. Где его жизнь, блядь, я не вижу, например, вы видите, я, например, не вижу. Ну что, успокоилась гнида, блядь. Гнида, блядь, противная. Блять, я за тобой долго буду бегать. Ну опять, видите, да? Кого я бью? Я хрен пойму, кого я бью, блядь. Я не знаю, вот таким, мне кажется, набегом самое то его убивать. Потому что больше я не знаю как. Блять, ни хрена себе. Полетела канарейка. Полетела канареечка моя. Сейчас хороший момент, когда его можно побить вообще, блин. А, гниль, блин. Нет. Ну вставай ты, блядь, говно ты, блядь, собачий, блядь. Да убери ты свой прицел, блин. Урод ты, блин, вонючий. Рахитоз ты, скотина, блин. Больше я тебя не знаю, когда звать, бля. Реально, архитозная скотина, бля. Ну, приносим, приземлился. Чё сюда так не убрал? Местус поставил, так, где эта тварь, бля? Так, чё ты хочешь делать? Мин пускать, ничего? Ну, он ничего, он хочет пускать. Блядь. Вот опять, бля. Вот опять, что он просто не бьёт. Я подхожу к нему, он просто не бьёт. Понятная атака. Это вот мне непонятная атака была. Это понятная атака. Так, прилетела птичка-канареечка. Приземлилась птичка-канареечка. И, наверное, ты, может, спустишься, блядь? Вообще, вот так классно, да, Хидетака? Ты, блядь, своих драконов сам видел, как они работают у тебя? Никак вот что с ним делать, блядь? Чего, что он вот так вот стоит, так нормально, да? А мне было как забраться, никак? А, он все-таки забрался. А, блядь, заебись. Я забрался, и он отвалился. Где он там что делает, я хрен его понял. Блядь, он уже в воздухе, блядь. Вот смотрите, он просто в воздухе, блядь, кружит. И как вот мне подойти к его лапам, например? Никак? Блядь, сделал, блядь, в игру, блядь, ввел драконов, которые, блядь, просто... Практически невозможно их убить, нахрен. О, молодец. Только я сюда подлетел, и он улетел сразу. Да. Пошел нахрен. Ладно, смузглые.
обосрался весь. Быстренько уехать. Сейчас еще вот с таким ракурсом камеры можно надеть на то, что я просто куда-нибудь рухну и все. Потому что я, например, не вижу, я езжу задом, я езжу не поймешь как. Пошел в жопу. Тоже мне, блядь, говнобос, блин, драконье сердце. Ну, в принципе, драконье сердце, оно так таковое. Так, сразу давайте я уберу точечки, которые я себе поставил здесь. То есть я точечки ставил, чтобы ничего не пропустить. Кстати, 38 тысяч душных за него дали. То есть это, ну, я бы сказал, что непростой такой дракош, да? Что если столько за него душных дали. То есть не очень он такой и простенький. Так. В общем, смотрите, друзья, здесь мы с вами закрыли. Мне написали в комментариях, вот сюда мы с вами переместимся, что я когда пошел руну этого, как его, Радагара, или как его, этого козла вставлять, то есть я прошел правильным путем по башне, нужно было спускаться. Ну, короче, там нужно найти путь к вершину этой башни. То есть я пошел все правильно, вот, но нашел другой путь. Сейчас мы попробуем это все исправить. И мне написали также комменты, говорят, Нео, спустись вниз, там какие-то ништячки лежат. Я даже спуск, если честно, я спуск вниз не видел. Сейчас будем искать. Так, вот у нас эта башенка, куда нужно вставить. А, смотрите, да, есть спуск вниз, можно спуститься вниз. Таким макаром сейчас я спущусь еще куда-нибудь в другое место. А не вниз. Это уже на коне спускаться по каким-то, блин, корням, блин. Такое себе занятие, знаете. А, да, я вижу, кстати, ништячки. Уже вижу ништячки. А как буду распуститься? Это вопрос, как его спуститься. Опять же говорю, что это все на коне. Кстати, вот лестница какая-то. Если я сейчас вот сюда вот спрыгну, я, наверное, мертвый совсем был. Хотя, может быть, и нет. А, нет. Нормально, спускаемся. Практически добрались до ништячков. Но я думаю, что мы здесь тоже не умрем. Да, вот, смотрите, правильно мне говорят, что спустился я вниз, и здесь можно найти ништячки. Пульсирующий лист. Кусничный камень. О, ни хрена себе, смазка драконистая. Так, хроническая дуга. Да, кстати, хорошее место. Спасибо, что напишите, спасибо, что подсказываете. Так, ну а теперь как подняться-то? Или теперь уже никак не поднимешься, если ты сюда спустился? Ведь ты так, в принципе, молодец вообще. Да. Чувствую, что уже обратно пути нет, обратно подняться нельзя. Давитый гриб. Кстати, он туда можно спрыгнуть, наверное. Блять, ну что за погода такая уебищная? Ладно, это делается вот так вот. Я так просто не подумал о том, что если ты можешь спуститься, то нужно сделать так, чтобы можно было подняться, а не перезагружать. Что? Так, мне хочется, знаете, что сделать? Сейчас, мне сейчас хочется скоротать время до полудня. И убрать этот гребаный дождь. Дождь, конечно, не убрался до полудня. То, что, наверное, здесь постоянно идет. Ну, я чувствую осадки идут. Такие осадки пошли. Также что-то мне хочется семечек отведать. То есть, вернее, где-то их взять. Но мы пока застопорились на одном месте. То есть я сейчас делаю все оставшиеся как бы здесь дела. Потом нужно Лиурнию полностью дозачистить, потому что я ее не дозачистил еще как здесь некоторые моменты. Вот, доделать гайд. Вот, ну, гайд, я как говорил, что гайд он будет идти какое-то время. Потому что, чтобы пройти весь гайд, там определенные нужно условия сделать. Улетел, молодец. Так, теперь мне нужно как-то спускаться. Я вот вижу лестницу. Если сюда залезть, что будет. Там я вижу лестницу. Она, правда, ведет, я не понимаю, куда. Вообще, я говорю, что в игре мне не нравятся эти карабкания.
совершенно они мне не нравятся. Значит, он может пройти. Ага, прошел. Молодец, прошел. Практически прошел. А вот здесь можно пройти. Здесь можно пройти. Как бы игра сделана не для того, мне кажется, чтобы здесь вот так вот такие вот лазни, потому что прыжки здесь косорылые. Ну, здесь много всего косорыло, физика здесь косорылая. Вот, поэтому вот эти вот лазни мне как-то не очень-то мне нравятся. По-моему, сюда можно пройти. Сюда можно пройти, сюда нельзя. Спрыгнуть куда можно. Что он мне даст, если я туда спрыгну? Ни хрена он мне ничего не даст. А мне нужно идти по левой стороне. Мне нужно идти по левой стороне. Или может сюда пойти? По правой стороне. Так, вот я смотрю, лестница куда. А, тут мы пришли, да. Совершенно. Интересно. Интересно, что ни хрена не интересно. Ай, бля. Зачем такое тут придумать? Добраться вверх. Да, не знаю, куда. Может, здесь на коне нужно? Наверный поток. Все так сделала, чтобы усложнить, чтобы какую-то руну, блять, вот я должен драться с боссом, я дрался с боссом, да, что сюда, я дрался с боссом, да, получал эту сраную руну, которую не просто так получить, вот, и теперь мне, чтобы ее куда-то в какую-то жопу мира засунуть, мне нужно, блять, найти, блять, вход в эту башню, блять, вот, вот так вот через раскоряку, блять, нужно здесь плясать. Так, ну что нам даст это туда, куда я туда попаду? Ах, я не знаю, куда я попаду, пошли посмотрим, куда я попаду. А, уступ повыше я попадаю, да? Да, ну уступ повыше я попадаю. До свидания, дорогой. Вот здесь вот, конечно, классно сделано. Челюсть не отпала от таких этих подъемов, блин, у меня аж руки вспотели. Сейчас куда-то мы повыше, по-моему, ползем уже, что очень хорошо. Потому что, ну реально, я не люблю все вот эти вот карабкания. С обалденной еще камерой. О, да, детка, мы нашли это место. Прошли сюда. Только здесь не упади, пожалуйста. Священная башня звездных пустошей. Отлично утраченная благодать обретена. Так, ну что, нам нужно куда-то вверх подняться, да? Или вверх, или вниз спуститься. Нет, по-моему, должно это же все наверху должно быть, да? Чтобы там руну поставили. А зачем нам такой спуск? Раз, здесь мобы
для какого левела ты, извините меня, до 847-го? У меня, по-моему, полная жизнь была. Или мне это показалось, или я что-то я не понял, что там такое случилось. Опять же, ваши здесь прыжки вонючие, блядь, сраные, а? Да, смотрите, зачем сюда могу кого-то призывать, то есть друзей открывается с другой стороны. Ну, я, конечно же, понял, что, блядь, не с этой стороны она открывается. О, бля. Ну, а что мне, в принципе, делать нечего, только иди сюда, куда-то, вот так вот, что-то попробуйте, вот так вот здесь что-то сделать, и что? И что мне это дало? Что я сюда пришел. Чего? А, ну здесь я так понял, что здесь Хидетака тоже сделал всякую херню, что здесь нужно по карнизикам, по херизикам, блядь, пройти туда, пройти сюда. Упасть так, упасть раком. Ведь он специально поставил это. Вот смотри, сейчас я сюда, наверное, пойду, и она крякнет, да? Хорошо, что не совсем крякнула. Я правда не понимаю, зачем это сделал. Куда дальше-то? Куда? Все. А, вот как здесь нужно. Вот так вот. Вот так вот нужно делать. Оп. О, как. Класс. Классная башня смерти, бля. Ну реально, блядь, блядь, мы подрались с боссом, с таким как бы, ну, достаточно мощным боссом, потому что если вы придете к нему на маленьких уровнях, да, вы получите юлей, если вы придете на более такие вот других уровнях, вы не получите юлей. Ну как, что вот здесь мне сделать, я, ребят, даже не знаю, вот что мне, вот что, как вот здесь вот мне прыгать, вот, блядь, вот ты вот Хидетака, ты, блядь, вот здесь вот какой-то подсвечник стоит. Вот что мне этот подсвечником даст? Ни хрена он мне, по-моему, не даст, если я попаду на этот подсвечник. Кстати, вот это вот. А вот это вот не от животного? Вот это вот испарение-то идет. Да мне кажется, что это не от животного. Что? Я с животным что-то не смогу. Ну что, ну подсвечник прыгает? Опять же, блядь, вот камера его классно сделана, бля. Ладно, попрыгали, блядь. Ну а теперь, блядство, куда мне, блядь, вон туда? Давай сюда. Пиздец. Охренительно, блядь. Всю жизнь мечтал о таких, блядь, катапультированиях, блядь. Ну а теперь куда? Я даже не знаю, я просто прыгаю, знаете, на этот, на у дурачка, блядь. Вот видите, как на дурачка я прыгнул, блядь, и... Вы видели, сколько там еще лететь? Бред из бредей, из вообще, я не знаю, блядь. Сука, что тебе плохо стало, блядь. Вот такого говна, который ты наделал здесь. Ну реально, блядь. Реально, блядь, это нужно, блядь, обкуриться, вот такую вот хуйню придумать с этой башни, блядь. Ну что ты делаешь? Ну в конце ты, блядь, концов-то, а?
бредятина, блин. Натуральный бредятина. Прыжки, блядь. Если оттуда интересно упасть, а туда я, наверное, не пройду, да? Я уже даже про душ, я не вспоминаю, я к этим душам своим я не доберусь никогда в жизни, бля. Вот, блядь, вот как, вот камера, бля. Упаду я сюда, и что будет со мной? Умру я здесь, не умру? Вот только таким способом ты должен узнать, умрешь ты или не умрешь. Да, посмотрим. Мяу. А ты умрешь. Ну только я не знаю, умру я или это не умру, блин. Или мне нужно, блин, на коне здесь падать каким-то образом, блин. Блин, закон ебаный. Просто реально. А, здесь конь, наверное, не работает, да? Ну да, какой конь в башне, блин. Идиотизм. Идиотизм. Ну что ты стал? Ты давай или сюда, или туда, бля. Проверили, туда упасть нельзя. Давайте здесь попробуем пиздануться, бля. Какие-то клетки там, блядь, хуетки, блядь, торчат, блядь, в залетке, блядь. Так, здесь мы на подсвечник прыгали, да? А здесь мы прыгали на подсвечник, а там куда мы? Куда мы? Не долетели, что ли? А, вот сюда нужно прыгнуть. Так, сюда прыгнуть. Потом куда? Потом никуда, блядь. Конечно, могу вот сюда попробовать перепрыгнуть. Потом он туда шли, попробуем перепрыгнуть. Так это работает. Бля, лететь. То есть я уже вижу, конечно, конец пути этого замечательного хидетакского. Еще и стражник стоит. Но в таком классном месте вообще. И с ним драться просто самое то. Блять, ну на нахуя мне вверх, блять, мне вниз нужно. Сюда, где можно собрать ништячки, да. Хорошо. Так и быть. Пойдем соберем ништячки. А ты кто? Хрена себе. Камера, блядь, покажи мне хоть что-то, блядь, полезное, блядь, а не бесполезное, играя, блядь. Шо, банда урод, блядь. С него ни хрена ничего не дали, еще вдобавка. А, логическая радуга, отлично, спасибо. Так, ну, я думаю, что можно вернуться на лифт. Обалденное место, кстати. Вообще, вам
Нравится это место? Я не знаю, меня просто бомбит от этого места. Как бы еще вот сделал? Смотрите, у меня герой здесь проходит мимо такой щели, да? Как бы не сделали, чтобы он через эту щель, он еще и падал бы. Так, хорошо. Ну, и дальше-то? Куда мне дальше спускаться? Куда мне дальше прыгать? Эти злые бучи еще колокольчики, которые мне прям на уши давят. Я не знаю, куда мне, ребят, дальше прыгать. Вот здесь мы явно разобьемся. Ну что, и вот конец пути. Хочешь сказать сюда? Проверишь, не узнаешь. Понятно. Спасибо. Дальше, блядь. Спасибо, ебаный, блядь, отморозок, блядь. Уебок ебучий, блядь. Сука, блядь, у меня слов нету, блядь. Удрот, блядь. Просто удрот. Такую хренотень я вообще ни разу не видел, блядь, чтобы такую хуйню можно было придумать, блядь, с этой башней, блядь, вонючей, блядь, засранной, блядь. Кстати, тут один только проход, может, еще куда-нибудь проход тут есть, блядь. Может, лифт, блядь, сразу, чтобы вниз спуститься, нахуй. По этому проходу мы не пошли, может, здесь куда-нибудь можно пройти. А, вот здесь можно пройти наверх, блядь. Ну там же вы видели, что там место благодати есть. Да, кстати, здесь можно пройти наверх. А что мы здесь, что, как, что? А, ну, открыть. Может, все не так, да нет, здесь все так сложно. Вот мы наверху этой башни самой, куда мы с вами пришли. А это сейчас мне наверх повезет, да? Ну да. Она везет наверх. А спуститься туда как-то можно, но как туда спуститься, блин? Потому что там, видите ли, мне благодать в самом низу есть. Это мы, в принципе, сейчас приедем, как раз руду нашу положим. Как, блядь, как туда спускаться-то? Я не знаю, конечно, я заметочку поставлю. Может, кто-то из вас уже спускался. Я пока не представляю, как спуститься, но я видел, что там место благодати в самом низу, место благодати. Хочется, конечно, спуститься до самого низа, посмотреть, что там. Может, там какой-нибудь, блядь, секретный какой-нибудь подземелье, секретный босс, блядь. Я уже не знаю, что туда можно сделать. Потому что добраться туда реально сложно. Ну да. Здесь мы можем положить свою рунку. Великая руна радар. Вот здесь вот могли бы как-то, знаете, ну, какую-нибудь анимашку сделать красивую, да, вот, ну, вроде как ты ползла, жгаешь эти, блин, ну, руны. Могли бы что-то красивое исполнить. Так, а что, у меня даже место благодати ничего не появилось здесь, наверху-то? Что здесь не включается? Здесь, к сожалению, ничего не включается. Блять, как что попадают-то, а? Священная башня звездных пустоши, центр. Центр. А там низ, наверное. Звездные пустоши. Ой, не знаю, ребят, как попадает, не знаю. Поэтому не хочу я туда идти. Так, мы с вами. Южные ворота Лукария. Вот это вот как бы не следовали практически ничего, да? Здесь мы практически все с вами посмотрели. Кстати, вот это вот дерево, что это за дерево? Как нам пробраться к этому дереву? Как нам пробираются-то? Тут так шли как-то.
Да, пойдем туда съездим. Не знаю, как туда пробираются. Ну, как-то пробираются. Мы уже около этого деревья, по-моему, не были. Так, значит, мы так. То есть по дороге. Куда? Волки, почти еще по волке. Так, по-моему, здесь как-то проедем, да? Я нахожусь, вот сколько я уже гоняю по здешнему миру, я нахожусь в локации, которая, в принципе, эта локация уже не для меня. То есть я уже прокачался до этой локации. А я здесь еще половина, можно сказать, неизведанного. Может, конечно, не половина, может, я не так выразился, но много я здесь еще вот реально, где я тут не был. Да, вот наш храм. Прошли куда, куда я и думал. Надеюсь, великан с ним сродится, но я думаю, что нет. Так, а мне нужно как-то вот сюда попадать, да? Как-то вот на эту горку, вот туда нужно идти. Так, еду я, в принципе, правильно. С этим Ильичом я сражаться не буду. Нахрен нужно. Кстати, вот здесь могли бы реально положить какую-нибудь сейлку. Так, да. Белое мясо. Что охранял? Если кто не знает, почему Ильич или Ленин я называю, потому что, ну, похоже, реально вот этот вот катафалк похож реально на Ленина, лысая, блядь, башка, блядь, катается. Начинаю записывать видео, все время кого-то разжигает мне позвонить. Ой, ну ладно. Так, поехали. Смотрим, что у нас здесь. Так, давайте карту посмотрим. Да, в принципе, я иду правильно к этому дереву. Не помню, что там, был я здесь или не был, потому что в эту игрушку как? Чуть-чуть как бы день не поиграешь, и все. Потом очень многое забывается, там где ты был. Я даже не знаю, как вот, например, если ты играешь даже в нее неделю, мне кажется, вообще уже не вспомнишь, что ты делал. Реально ты не вспомнишь, что ты делал, где ты был, где ты здесь не был. Так, все, я шмонал. Да, и как-то странно, что нету ни одной сейлки. Или, может, конечно, я пропустил где-то сейлку. Прям как-то даже не знаю. По-моему, я уже так нормально проехал-то. Так, а куда у меня дерево делать? А, дерево, вон оно. Вон оно. Так, ну и что здесь у нас еще хорошего? Что за чудо-юд такая сидит? О, руины. Руины не успел прочитать, чего? Ни хрена здесь тоже такие же. Да, они, кстати, смотрю, поживее будут, чем вот эти другие. Кстати. Но опять же, с двух раз, то есть локация уже, конечно, не для моего уровня. Блять. Но опять же, говорю, что вот смотрите, как локации идут. То, что сколько я уже играю в игру, а у меня уже больше 125 часов. И я до сих пор как бы нахожусь здесь. Осталось мне еще здесь сдохнуть.
месте. А, ну мы прям под деревом. Я почему-то так и думал, что мы прям под деревом. И там кто будет? Там будет наверняка какой-нибудь сейчас Голем. Голем. Ну, что-то там будет сейчас. Я его прям предчувствую. Потому что под каждым деревом здесь тот сидит. И вот опять здесь все обвалено. Навалено. Я что-то не понимаю, что за ковровые бомбардировки ты тут откуда? Кто это что делает? А, подождите, мы же здесь были, да? Вот эта хренодействие здесь. Которую, кстати, ее можно подстрелить там? А, да, стой, давай. А, по-моему, раньше я ходил ее не так. Или это другая уже? Что она дает, вот это вот, когда в ней входишь, там какие-то воспоминания, что они дают? Там из них оружие, куда, сколько можно, или что делается? Конечно же, вход с другой стороны, в котором ты бежишь, вот постоянно будет так дело. Воспоминания. Вот что это за воспоминания? Что, как это работает? Я до сих пор не понимаю, как это работает. Что они делают здесь, эти воспоминания? Что они дают? Для меня это непонятно. Так, и дерево. Дерево в другой стороне. Вот наше дерево. Странно, что здесь никого нет. Очень странно, какие-то статуи здесь торчат. Большие такие. Нету. И нету ни одного посланника под этим деревом. По-моему, я сюда даже запрыгнуть не смогу, наверное, да? Нет, я не могу попасть. Опять же, я что-то... А, вон еще одна башня ходит. Вон ту башню мы не могли сломить. А как же под это дерево попадают-то? Может быть, не отсюда какой-то проход? Может, вот этот вот проход, который ведет, попадает туда, под дерево? Потому что здесь, чувствую, я не заеду на это дерево. Да давай уже, ракетозная, блин, скотина. Тут плотву, блин, не кормит, что ли? Она вообще, блин, не прыгает, не ездит. Так. Ну да, вот какой-то здесь вот проходик. Ой. Всем застрял уже. Еще мышка. Я на вот деревья. Блять, ну ты дай встать, блять, в конце концов. Thank you.
кровь монстра. Так, ну я правильно скачу или неправильно? Куда-то я скачу, конечно, но что-то мне, блин, говорит о том, что, мне кажется, я туда и не проскочу. Кстати, вон какая-то башенка. Я не помню, по-моему, не были. По-моему, не, бля. Кстати, вот здесь уступчики есть, по которым можно забраться, по-моему. Стрекозоид. О, это кто? Это кто? Герой. Здесь, смотрите, здесь подземелье. Очень интересно. Но опять же, подземелье я нашел. Но опять же, я не понял, как пробраться мне к дереву. А ведь туда как-то попадают. Большая. Может быть, как-то сверху вообще вот отсюда как-то проезжает. Но здесь, по-моему, нет ничего такого. Вот здесь-то я вообще на этом плато, по-моему, не был. А, может быть, из подземелья, да, может потом вылезти как-то наверх. Давайте посмотрим. Тракт Белума. А, ну вот, наверное, тракт этот Белума, он меня приведет потом наверх. Глаз зверя, что? Да, куда-то идет наверх сюда меня. Что у нас здесь? Скелеты. Скелеты маленькие. Значит, мне сюда и надо было. Ну, понятно, дверь закрыта, как обычно. И давайте смотреть теперь, что и как здесь загадки они пристроили. Потому что загадки здесь бывают, сами знаете. Загадки, загадки, которых я поймешь. Как проходить? Встают, что ли? Mm-hmm.
Что же здесь? Топор Розуса. Я чувствую, это всем топорам топор. Топор Розуса. Где он? Во. Так, пассивных эффектов нет. Говно. Топор Розуса. В блоке 106. Так, топор Розуса обычный. Что мне на него? А, мне все хватает. Давайте посмотрим. Что за топор? Что за топор? Опять же, я говорю, что в этой игре вся оружка, которая без какого-нибудь там кровотечения или какой-нибудь гнили, которая накладывает гнили, кстати, тоже хорошая. У меня, по-моему, нет оружки с гнилью. Все говно. Реально говно. Так что можете оружку друг как бы особо не использовать. Что, там стреляет скелет, что ли? Хит-атаки, это стоит моба, который стоит за спиной. Вот реально, это вот любимое, блядь, занятие. Ну, пока что я таких секретов здесь не вижу. Как ни странно, что я в игрушке пока не увидел, знаете кого? Лягушек. Он таких лупоглазых лягушек. Как убили в Dark Souls. Но они наверняка где-то есть. Я вот прям, ну, я чувствую, что они есть. Не мог Хидетака учить своих этих вонючих лягушек. Так, ну что, здесь как бы все. Крабы, блин. Кстати, крабы какие-то непонятные. Они хоть сколько чего дают-то? Пропали, по-моему. Руническая дуга. О, смотри, еще один вырос. Хренак. Ну да, явно подземка, где моего уровня, там враги все отлетают вообще, ну, как бы с двух раз. А вот пошли загадки, да? Что мне здесь делать, как мне это открыть? Что это, утилизорные стены или как это открывается? Загадок. И на тебе загадка, блин, как открыть железную дверь, которая, блядь, не хочет никак открываться. А там, вот там он этот, как бы, пульт этот, блин, который открывает. Не очень-то я понимаю, что здесь опять делать. Вообще, вернее, не понимаю, что здесь можно сделать. Часть я что-то могу сделать. Опять отпустили скелет организовать. Хотя я здесь, по-моему, всех поубивал.
сказать, что я по тебе не попал. Нет, попал. Нет, смотри, не попал. Ну, теперь попал. Достал ты, тварь. Реальная тварь. Маразма, если честно, блин. Они просто там, я не знаю, откуда они вылетают-то, блин. Бесконечные, что здесь они. Я не спасу. Ставить в таком месте скелет, который, блядь, еще к тому же, блядь, почему-то не убиваются, блядь, с первого раза. Спрыгнул, тварь, которая бросала, на этот гребаный помостик. Вы вообще даже не представляете, как было пройти. Смотрите. Нужно вот так вот встать и вот так вот попасть вот сюда. Но это вот кто? Это реально? Это не зашквар? Вот так вот, блин, вот так вот сделать загадку. Зашквар, ну да, конечно, блин. Один бьет, пока я бью другого, другой бьет меня. Кстати, в той комнате, ну и в этой комнате, почему-то лучники не умирают. Я не знаю, с чем это связано, но реально лучники здесь не умирают. Они просто же лучи какие-то. Вот видите, я его бью, добиваю, а он умирает. Сейчас этот умрет. Сейчас просто они умирают тогда, когда мы убиваем здесь вот этого мага, который призывает. Понял. Могильная фиалка. Самая лучшая фиалка в мире. Куда ты взялся? Бычок. Так, вот здесь у нас какой-то проходит, да? Поэтому... понял.
а мы улетели в эту дверь. Все понятно. Все понятно, что как бы загадка здесь просто умопомрачающаяся. Какой-то шустрый быстрый, а? Как, блин, понос, блин. То есть итальянская болезнь. Панос. Потянуть за рычаг. Теперь что? А, ну, вот как это работает. Да уж, загадки, блин, я делал кого-то одним местом, чтобы такие загадки делать. Догадаться на ножик запрыгнуть, вообще, ну как бы нормальный человек пытается думать, что все эти ножи сделаны для того, чтобы как бы усложнили в этом месте, а не для того, чтобы, я не знаю, смотали, кстати, зачем я бегу, если сейчас все равно нужно жопу присандалить, потому что у меня 6 фляжек всего. Да, вот у нас открылась здесь наша стеночка. Где тут это место сияния нашего классного? Хрен там знает, может там и босс будет такой же дурной. Или сейчас сделают там этих 100 опять, 100 каких-нибудь повторяющихся боссов. Вот этих кошек, блин, гребаных. Какие-нибудь там кристаллички будут опять. Чтоб топор, с топором их нужно бить. С топором, а с булавой, с моей. Очень-очень много, друзья, в игре повторяющихся боссов. Вот их, да, их сделали много и очень повторяющихся. Кто здесь у нас? Тень кладбища, конечно. Рахмага двойной мудрости. И тень кладбища просто сдохла, как я не знаю кто, почему он так сдохла. Прям с двух тычек, по-моему. Ну да, корень смерти. Хорошо. Корень смерти, это хорошо. Это знаете, что нужно? Его нужно скормить. Корень смерти нужно скормить моему этому другу, который в предыдущей серии, как бы я дрался. Он опять стоит, смотрите. Моя хилочка, блин. Почему у меня жизнь до конца не восстановилась? Да. Так, интересное это место. Интересное место. Давайте сразу, чтобы я не забыл, корень смерти. Скормим чудовищу своему, вот, который вот здесь вот живет, гуаран этот. И потом опять продолжим. Как-то, не знаю, нужно как-то подумать, как можно пробраться наверх. Наверх этой башни. Так, звериные чудовища, блядь. Чудовище, я тебе принес еще один корень. Так, отдать корень смерти. Давай подарочек какой-то. Пепел войны, звериный рык. Я еще не насытился. Может тебя убить нахрен, а? И ты тогда насытишься. Не насытился. Слишком дорого тебя кормить, мне кажется. Так, давайте смотреть. И я до сих пор не понимаю, как мне попасть сюда. Как мне сюда попасть? Может быть, вот, ну, вот этот вот мост он никуда реально не ведет. Мы вот здесь по этому мосту не можем пройти же, да? Может, есть какой-нибудь телепорт? Зерна любовь. Да нет. Телепорт ведет, но не туда. Старуха чтит за пальцем. Впечатление, что я здесь был, но как я сюда залез? Может быть. Вот здесь вот залезть можно, да? Потом-то как? Потом сюда-то как залезть? Как сюда попасть? Дерево.
обстрел, откуда это стреляется, я не понимаю. Откуда вот этот ковровый бомбардировки, откуда-то долго постоянно. Так, а что здесь мы можем куда-то залезть? Это. И вот сюда вот эта дорога ведет на этот мост, то что как-то сюда нужно попадать. Старинный туннель. Реально не понимаю. Давайте сюда переместимся. Может, здесь что-нибудь поймем. Я так понимаю, что он закрыт, что ли, да? А, ну да, смотрите, оно закрыто. А как мне открыть? Посмотреть печать. Невозможно пройти дальше, нужен волшебный ключ. Ключ-то взять. Где у этой старухи спросить? Дай мне ключ. Мне показалось ли она куда-то просто еще. А, вот она как раз где-то здесь. А где здесь? Нельзя включить, блядь. Вот давай, блядь, эти гребаные грибобасы, блин, из-за грибобасов я не могу включить карту, блядь. Ладно, сделано вообще. Мое почтение, блядь. Ты кто такой? Все, а нет, он еще.
Вон еще. Вон еще такое кладбище хорошее. Рунг может сподгать. А, ну да, если рунг поднимаешь, он потом вернется. Я думаю, может здесь вообще прям прокачка такой за рун можно сделать. Классно. Да блять, да сколько вас здесь, а? В каждой могиле, что ли, блин, по этой руне? Так, волшебный ключ. Где взять волшебный ключ? Я даже не представляю, где его взять. Где без трухенция, блядь. Ну давай еще 500 миллионов раз мне стрелять. Да вообще, блядь, да нахуй вставать в этой игре, блядь. Можно просто лежать, блядь, вообще ничего не делать. Я реально, я встать не могу даже. Да давай, загони меня в полигоны, блядь. Загони меня в полигоны, чтобы я там вообще, блядь, просто сидел. Нахрен вообще нужна драка. Давай еще разочек. Да давай. О, как хорошо. Ой, как хорошо. Ой, как хорошо. Давай еще заспам меня просто. Просто атаками. Ой, убежал. Ой, какой хороший мишка, бля. Просто, блядь. Просто валь. Да давай еще разочек упади. Да почему нет-то, бля? Еще можно 100 раз упасть, бля. Да давай убеги. Куда мне судьба сейчас забросит, судьбинушка? О, озерная Лиурия. Где? Ошибись, перебросил. Нахрена мне здесь? И что мне здесь нужно? Спасибо за такой переброс. Всю жизнь так мечтал, бля, чтобы меня перебросило. Хрена знает куда, бля. Вместе Карии. Блин, ну, конечно, попадает в эту, бля, вонючую. Как эту печать снимать-то? Нужен волшебный озерный Лиурия. Волшебный ключ. Может, у тебя он ключ валяется? Нет. Вот, может быть, даже нужен волшебный ключ. Но я понял. Где его брать, только я не понял. Такая что, кристалка. Кристаллический лес. Кстати, видите, он мне сюда как бы и ведет вообще, что мне нужно вот эту вот фигня, он сюда показывает. Не знаю, в общем, друзья, давайте сегодняшнюю серию закончим, потому что я смотрю, уже длинная серия получается, вот. А в следующей серии я постараюсь что-то посмотреть, в следующей серии буду уже смотреть, где этот волшебный ключ, и покажу также его вам. Всем спасибо за просмотр, с вами, как обычно, был Неозар, до скорой встречи, всем пока-пока.